Всем здрасте, Файзон, продолжаем в технике. Бывают случаи, когда я нахожусь в лежании поперек, вот здесь, да, под ним этот бассейн, и не дает мне зарядиться сюда, прижимает, не дает мне выйти на него никак. А я, допустим, проигрываю какой-то балл, еще что-то. Что я делаю? Я не сижу на дне, я ложусь на него. Раз. Дальше. Здесь прихватываю пока. Левая рука ближняя к ногам уходит вот сюда, к бедру, и упираюсь в ковер. Дальше на него ухожу, и левая рука стоит на ковре, как стопа, а я иду от него. В какой-то момент у меня дырка появляется, я могу забрать голову. Я забираю его голову вот сюда и продолжаю идти. Ушел на удушение. Как только я взял на удушение, я ползу от него. Вот он взял. Никак не держит. Никак мне не оторваться от него. Лег. Поставил. Побежал. И к себе ручку. Продолжаю идти. Отключу ему руку. И здесь голову убираю вот сюда. Чтобы он мне голову забрал. Захар цепляю и пошел у него. Вот такое движение. Ну и давайте еще выход на болевой, да? Ну, чтобы осталась память, что мы делаем, да? Вот отсюда. Моя задача выйти партнера на болевой. Прихватываю ручку, да, он держит, его слегка упирается. Прихватываю ручку и поднимаю ему голову, чтобы у него не было опоры здесь. Приподнял голову, сел на него, слегка висел вес на правую ногу, но на нем тоже остается вес. Нога пошла вот сюда, в сторону, вперед, вот туда. И как только она ушла, я разворачиваюсь, держу внешнюю сторону бедра, его диафрагму держу. Вот сюда. Вот диафрагму. Вот. Ручку прижимаю. Как только диафрагму прижал, нога начинает включать ему плечико. Раз. Другая нога отключает другое плечико, бедро, вот сюда. Да, он захватит. Держит захват. Нахожусь на нем. Медленно отстригаю ему вот голову, видите, прям по нему ушки, да, отключаю ему, да? Вот сюда. Включил.